Я рад, что наконец-то просыпается, значит, общество после пандемии, да, после коронавируса. Вот сегодня Собянин объявил, что ё-моё, все там, множество ограничений мы снимаем, все там. Ну, в том разрезе, что кинотеатры, музеи, всякие выставки начнут работать. Это классно, ребята, я вас с этим поздравляю, хлопать не буду, что тут небольшого пространства уши могут быть лопнуть от таких вот хлопков, которыми я хотел реально бы снабдить эти новости, что побеждаем коронавирус, побеждаем. Опять же, там, это, вакцинировать всех массово начинают, вон там, пожалуйста, записывайтесь. И знаете, интересная вещь, что это показывали. Кто-то в Фейсбуке разместил фотографию, я ее видел, не помню у кого, в общем. Короче, в ГУМе, в Москве, в центре, напротив Кремля. Ну, помню, ГУМ — это классное такое, старинное здание, там куча дорогих магазинов. Вот, люди туда из провинции, из глубинки приезжают, просто, блядь, как это, в музей посмотреть, поохать, поахать, особенно зимой, когда на улице холодно, походить, пофоткаться там. Ну, может, что-нибудь прикупить, все. Так вот, в этом ГУМе, государственный универсальный магазин, там очередь из людей, которые стоят в пункт вакцинации, понимаешь, вакцинация. Тут у нас холодно, кстати, да, в Москве. Вот. Я, кстати, думаю, что холода вот эти вот крещенские, они повлияли на то, что коронавирус как-то это, ну, стал таким менее активным, это хорошо. Вот. Так вот, в государственном универсальном магазине людей вакцинируют, наверное, бесплатно. Классно. В общем, и в этих условиях замечательных, когда жизнь расцветает, по некоторым показателям, знаете, есть такие предпосылки, что и экономика начнет наша расцветать, а вместе с экономикой и финансы начнут, бля, петь не только, бля, неаполитанские романсы, бля, и как этот Женечка, бля, Панасенков, бля, ну и какие-нибудь замечательные песни, типа «Расцветали яблони и груши», так, по весне, знаешь, «Поплыли туман над рекой, посадили Навального». Вот, понимаешь? Дело в том, что вот политик тоже, политикум, вот, если правильно выразиться, политикум просыпается, наш, российский. Но как-то он просыпается... Знаете, как, бля, ну не как вот медведь, который весной, бля, просыпается, бля, и пошел. Нет. Он просто, политикум российский просыпается, словно, блядь, по команде. Знаешь, так, типа, так, внимание, бля, все агенты, все проснулись, ебаный в рот, все срочно, блядь, записали, сделали одно и то же, бля. Это я про то, что всякие там Макаревич, Гуриев, кто там еще, бля. Этот, Артемий Троицкий, вот там вся эта либеральная шоблабанда, ну вот, маргинальная, надо сказать, она вдруг, блядь, проснулась, выйдя из после новогодней спячки, блядь, и записала каждый по минуте обращение, блядь, что типа, да, я, бля, за Навального, он хороший пацан, бля, мужик, вот, я ему, типа, верю, бля, и давайте, бля, все за ним. Угу. Каждый из них сказал, причем, непонятно, почему, зачем, из какой стати, бля. Ну, как бы все вот давайте за ним, бля. Ну, я не считаю себя, так сказать, супер-мега-умным человеком. По ряду причин не считаю, бля. Но не могу сказать, что вот эти ходы, которые вот эти вот люди сделали и там записали там эти обращения, я, бля, за Навального, и я за Навального, и я, бля, за Навального, вот я за него, бля. Вот, таким образом разделив как бы людей на этих и на тех, бля, понимаешь? Я думаю, что это правильный ход, вообще-то, с точки зрения вот, ну, всего, понимаешь?
Может быть, с точки зрения заказчиков, бля, вот этого всего шухера, который планируется на 23 января, бля, в субботу, чтобы, типа, выходите на улицы всех ваших городов, бля, на центральные улицы, бля, типа, перекрывайте, садитесь голой жопой на асфальт с картонками и протестуйте, бля, типа, я за Навального, я за Навального, бля. Ну, это просто смешно, понимаешь? Макаревич, бля, живет в Израиле или где он там, в Лондоне. Вот. И никуда он не пойдет, ни на какую улицу. Ну что, он пойдет в Тель-Авив, бля, в Тель-Авив на центральную улицу сядет и, блядь, выйдет и начнет скандировать? Нет. Гуриев, который в Лондоне живет, что, он в Лондоне будет скандировать? Нет, он в субботу просто спокойно будет спать, бля, до обеда и даже дальше. И ничего он не будет делать. Остальные шапокляки, понимаешь? Тот же Троицкий бы, тоже в России же не живет, он где-то там в Латвии, по-моему, обитает. Чего вы призываете, блядь? Вот если бы вы жили в России, вы бы поняли, что, блядь, в субботу никакой там... Этот, как его народ, блядь, ни за какого Навального никуда не пойдет. Пойдут только, знаете кто, блядь? Молодые ребята просто. Которые, ну, просто делать нехуй, им скучно. Они заебались уже за коронавирус. Им надоело уже пранки записывать в торговых центрах. Им надоело уже, блядь, сидеть в снап-рулетке, блядь, в снэпчате, понимаешь? Им уже все надоело, блядь. И они хотят, о, бля, новая движуха, а давай все. О, бля, революционеры, кружки, бля, этих революционеров, бля, эсеров, социал-революционеров, бля, и так далее. И кто-то из них, конечно же, совершит какую-нибудь глупость. Что-нибудь куда-нибудь, блядь, сделает, что-нибудь как-нибудь матюкнет, что-нибудь там такое скажет, ну тогда его повяжут, это все тоже под улюлюканье и визги, блядь, журналистов вездесущих, это все. И на следующий день, бля, картинка, бля, за Навального молодежь, все, студенты, ебаный, блядь, блядь, пассионарии, блядь, за нашего Алексея, за вашего Алексея, блядь, спаси Россию. Это еще и ебаное это расследование. Ну, неужели нельзя понять, что его специально, блядь, и сюда направили, блядь.